Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди, мы продолжаем проходить игру Far Cry 2. 58 выпуск. Смотрим на карту. Так, ну опять возьмем сейчас здесь миссию. Нечестивым нет мира. Похоже, что опять у нее. В аэропорт сегодня прибудет один тип, торговец оружием. Он здесь, разумеется, на заработках. Он стервятник, они все такие, они не имеют права. Это не он здесь рожается, мы. Нам должна идти прибыль. Он будет ждать рейса возле аэропорта. Не сделаешь мне одолжение. Проезжая мимо, снеси ему башку. Терпеть их не могу. Понимаешь? Ты не торгуй, ты стреляй, а потом уже нос вороти. Рада, что ты... Понимаешь проблему. Ясно. Убить торговца. Сейчас убьем. Так, для начала я лучше поменяю оружие. А то... Глючит еще. Сейчас. Ну вот. Можно идти. Так, смотрим, куда нам сейчас направляться. Понятно. Что я натворила? Ну хотя можно там тачку взять. Будем надеяться, что она здесь есть. Чё, нет что? Собрали? Вода. Блин, вот бы сейчас на автобусе поехать прямо. А вот, я уже тачку вижу. Никого здесь. О, сейчас этих убьем. Промах. Попал. И еще раз попал. Мы продолжаем ехать дальше. Пока. Сейчас надзима у нас. Надеюсь. Ты иди давай. Опять залезай туда. Тут не залезть. Нифига. Можем тут попробовать сейчас. Да, вот. Ну вот, нашел кейс.
79 алмаз. Приехали. Осматриваем тут все. Не падай, пожалуйста. Осталось чуть-чуть совсем. Так, сейчас еще это место осмотрим. Никого, что ли? А. Извини, друг. Тебя еще не поступил. Скоро. Ясно. Им просто нужно паспорт отдать. Я получу таблетки. Это, наверное, будет потом. Кажется, здесь вообще не получится. Нет, вообще. О, тут вообще. Вот наш первый гость. Кто еще хочет? Да, я в него случайно попал. Человек ранен, черт побери, он умирает, врачат! А, рикошетом хочет. Да, чё-то я вообще косой. Это чего он, что ли, был? Вот это тут какой-то продавец. Ясно. Ну вот я тут всех убил.
Ну и возвращаемся к ней. Обратно. Ты сам виноват. Таблетки пока нам не нужны. Дай мне проехать, ну ладно. Приехали. Вернулся. Можно радоваться. Он был там, перед аэропортом? Хотела бы я взглянуть ему в лицо, когда ты его застрелил. Ясно все. Таким, как мы с тобой, надо держаться вместе. На этом я закончу 58-й выпуск. Всем пока.